Рассказы о жизни и обычаях коренных народов нашего региона, детские забавы на хантыйский лад, уха, горячий чай и, конечно, подарки. В экопарке Югра в Нижневартовском районе открылась официальная резиденция и Ахли-Ики. Так ханты и манси называют своего Деда Мороза. Новогоднее стойбище на радость детям и их родителям построили при поддержке Славнефть Мегион Нефтегаза. Подробнее расскажет наш корреспондент Евгений Алексеенко. Пока мальчишки соревнуются в силе и выносливости, девочки выясняют, кто из них быстрее выудит рыбу из воображаемой реки. Столько счастливых глаз и звонкого детского смеха этот многовековой кедровый лес, пожалуй, не помнит за всю свою историю. Мальчишки и девчонки из Мегиона – первые гости Ахли-Ики, хантыйского Деда Мороза. После официального открытия резиденции для гостей провели национальный обряд – окуривание от злых духов и плохих мыслей. Сегодня у нас, мне кажется, прям сказочное событие – это открытие резиденции Ахли-Ики, о которой мы мечтали уже давно. Потому что дедушка-то у нас был, приходил к нам в гости, но это было временно. А теперь он сможет у нас поселиться, жить у нас круглогодично. Может, со временем заведет здесь оленей. 3, 4, Ахли-Ики, выходи! Здравствуйте, люди добрые! Поздравляю я вас перед самым счастливым праздником, с наступающим Новым годом! Испокон веков ханты и манси встречают свой Новый год весной, в День Вороны. Но несколько лет назад в нашем округе зародилась новая традиция. К радости мегионской детворы теперь у нее сразу два Деда Мороза. Традиционный с белой бородой, волшебным посохом и хантыйский Ахли-Ики с меховым капюшоном и в кисах. Я приехала впервые. И на самом деле, когда я сюда зашла, мне казалось, я вообще попала в какую-то сказку, в зимнюю сказку. Тут очень красивая природа. И тут очень интересно рассказывает экскурсовод. И впечатления просто бомбические. Открытие сказочной новогодней резиденции – результат совместной деятельности Славнефти, Мегионнефтегаза и Экоцентра. Плодотворный тандем существует уже несколько лет и останавливаться на достигнутом не собирается. Особенно в реализации проектов по сохранению культурного наследия ханты и манси. И мы будем продолжать работу в этом направлении. У нас уже есть ряд задумок, планов и перспективных направлений в этой области. Поэтому для того, чтобы не раскрывать все тайны, я, наверное, сохраню интригу. Мы, тем более, находимся сейчас с вами в преддверии Нового года. Оставим время для новогодних чудес. И могу только сказать, добро пожаловать в Югру. Программа социальных инвестиций Мегионнефтегаза включает в себя широкий спектр проектов. Они направлены на развитие этнотуристического потенциала Югры и на сохранение самобытной культуры и традиций коренных жителей нашего края. К примеру, в Мегионе работает уникальная выставка «Два народа, живущих по подолу земли». А в экопарке Югра при поддержке нефтяников на протяжении многих лет проходит известный и за пределами России этнофестиваль Хатлые. Евгений Алексеенко, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовский район.